Лосось в духовке очень быстро и вкусно. Смотрите, какая красота. Нарезаю лук. Выкладываю на дно пайрекса. Сверху лука кладу рыбку. Три небольших перца нарезаю полукольцами. По краям нарезанные гамба. Это болгарский перец. Сок одного лимона большого. Три зубчика чеснока. Острая горчица по вкусу. Масло. Столовая ложка вкусного томата. Соль. Как всегда, чили с чесноком. Сладкая паприка, чайная ложка. Решила я добавить сок одного апельсина. Апельсин даст нам сладость и вкусный цитрусовый запах. Всю смесь тщательно перемешиваем. Эту смесь выливаем и на рыбу, и на болгарский перец. Нарезаем один лимон. Сверху посыплю чуть-чуть паприкой. Нарезаю картошку. Паприка сладкая. Две ложечки. И маслица немного. Вытаскиваю рыбку.